Здравствуйте, друзья! Цилиндрическая заготовка, даже немного конусная. Хочется, чтобы в итоге узор был максимально симметричным. Кстати, емкость изготовлена без клея, способом усадки цельного цилиндра на донышко. Технологию можно посмотреть в сюжете «Термоусадочная емкость». Ссылка в описании под видео. Лист бумаги оборачиваем вокруг заготовки и склеиваем края. На внутренней стороне по краю заготовки проводим линии. И отрезаем лишнюю бумагу по полученным линиям. Получили, так сказать, копию поверхности нашей заготовки. Теперь, допустим, надо разделить эти окружности на заданное количество равных отрезков. Складываем пополам. Получаем 2 отрезка. Еще пополам 4 отрезка и так далее. Если надо на 6, измеряем эти стороны, делим на 3 части. Получили 6 отрезков, ведь на плоскости работать с линейкой намного удобней, чем на цилиндрической поверхности. Теперь можно соединить полученные точки и получить какую-то сетку. А перенести эту сетку на заготовку можно при помощи копировальной бумаги. Надели шаблон и теперь спокойно можно перенести всю разметку на заготовку. Также можно нанести какой-то произвольный рисунок. Опять же, на плоскости его составить и откорректировать намного проще. Ну, допустим, какие-то цветочки. Составили как угодно. С этой стороны, с этой какие-то линии. Все зависит от того, что хотите получить. Та же самая процедура. И уже отрисованный рисунок переносим через копировальную бумагу на нашу заготовку. Все. С удовольствием выслушаю ваше мнение по теме сюжета.